Привет, ребята! В эфире телестудия «Товарищ» и программа «Детская сторона». И ведем ее мы, Варновских Влада и Кочеткова Кристина. Сегодня мы вам расскажем об областном детском фестивале короткометражных фильмов «Твой взгляд», в котором приняли участие 53 детских коллектива со всех концов нашей губернии. А лучшие работы прошлого фестиваля мы покажем вам сегодня. Смотри, что я достал. Глаз, а у меня зажигалка. Давай попробуем. Давай. А что это вы тут делаете? Ничего, свежим воздухом дышим. А что у вас за спиной? Ничего. А вы знаете, что дети курильщиков рождаются больными на голову? Когда они сидят в животике у мамы, и если она курит, они становятся беспокойными и нервными. Ну давай, доставай. А я и потерял. Зато у меня целый. Есть. А вы знаете, что когда вы курите, вы втягиваете в себя вредные масла? А вы знаете, что больше всего этих вредных веществ получает тот, кто стоит рядом? И этот дым никогда наружу не выходит. Что после долгого курения у вас чернеют ноги и ногти, и вы не сможете заниматься серфингом. Да-да, и жизнь сокращается аж на целую минуту. Надо вести здоровый образ жизни, не пить и не курить. Надо заниматься спортом и бегать по утрам. Да-да, мы за ЗОЖ, мы за ЗОЖ, мы за ЗОЖ. Мы за ЗОЖ. ВКонтакте проверю. Давай завтра. Давай. Только ты ее домой забери.
Ребята, четвертая отрицательная нужна. Есть у кого? У меня. Ну что, боец, как самочувствие? Хорошо, спасибо, доктор. Ты не меня, ты вон его благодари. Такие наши судьбы, живем же раз. Отбросим желчный эгоизм, не надо ждать, ведь даже страх не убудет. Надо прожить для детей достойную жизнь. Ветер перемен уносит мысли и мечты в свой сладкий плен. И если ты упал, то поднимись с колен. А можно к вам присоединиться? А может хотя бы лимонадик с шоколадкой? И зачем нам шоколадки, если здесь столько витаминов? Вот здесь я и приведу себя в форму. А вот с этим попробуем. Вот с этого я и начну. Ну вот, теперь другое дело. Смогу ребятам доказать, то, что могу с ними танцевать. Ну что, я теперь в форме. Может, мы попробуем еще раз? Давай попробую. С детства мне запомнился Новый год 45-го. Девятилетним мальчишкой я остался один с мамой.
Отец и старший брат воевали на фронте. Летом мы, деревенские ребятишки, ходили в поле, убирали сорняки, собирали колосья, доставали сорочиные яйца в лесу, ловили сусликов в поле, раков в речке. Зимой помогали взрослым по хозяйству. Помню, что всегда хотелось есть. И вот однажды, в канун Нового года, к нам в деревню привезли кино. В нем я впервые увидел лакомство, которое называлось торт. Ну что, сынок, как кино? Хорошее. А ты ел когда-нибудь торт? Какой торт? Ну, вот такой вот хороший, пушистый, наверное, вкусный очень. Иди давай спать ложись. А если на Новый год загадать желание, то оно исполнится? Наверное. Сынок, вставай. Пойдем торт есть. Торт! Держи. На, торт. Вкусно. Будешь? Это был самый сладкий торт в моей жизни. Его вкус я пронес через года и помню, как сейчас. С той поры я так люблю торты, особенно медовые, йогуртовые и творожные. В этом году буду встречать Новый год с близкими мне людьми, женой, детьми и внуками. Вот бы было здорово, вот бы хорошо, если мусор курня взял и сам пошел. Чтоб никем не собранный выстроился в ряд и полез в помойку сам, не ведая преград. Только этой сказочке быть не суждено, и простую истину знают все давно. Ни к чему на дворников без конца пенять, самому неплохо бы за собой убрать. И тогда по улицам, скверам и дворам будет очень радостно прогуляться нам. Не волнуйтесь понапрасну, ни за что и никогда.
что-то потеряли. Ну подумаешь, беда. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Школа – это такой дом, где учителя работают. И дети еще. Ну, как обычные дома, только там... Только вон пониже всех домов. Да, да. Туда идут с мамами и с Матвеями. Я еще там не была, когда вырастем. Когда будет нам 7 лет или 8 лет, или 10. Это мальчика и девочка. Он иногда добрый, иногда злой. Иногда может поставить двойку или однёрку. У нее есть указка, большой портфель. Ну, одежда у него может быть короткая, юбочка, маечка. У него есть ручка, которая ставит пятерки и двойки. Пятерки, четверки, кос, минусы. Кто проиграет, тому пятерку. Кто воспитает людей? Красивые, нарядные, веселые. Вот крепкий момент. С днем рождения, учитель. Поздравляем тебя. Любим тебя. Катюш, а когда дарят цветы, поздравляют, улыбаются, как это называется? 8 марта. Если б не было учителя, то и не было бы, наверное, ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника. И поныне бы, наверное, если б не было учителя, ни открытые Америки оставались неоткрытыми. И не быть бы нам икарами, никогда б не взмыли в небо мы, если б в нас его стараниями крылья выращены не были. Без его бы сердца доброго не был мир так удивителен, потому нам очень дорого имя нашего учителя.